Доброе утро всем. Завтрак. И у меня там на голове все хорошо. Так вроде причешусь, потом смотрю на видео, какой-нибудь вихрь вот так стоит. Хочется же культурно выглядеть. Ой, господи, напугалась. В общем, делаю завтрак себе обычный тост с сыром альметто. Ой, вкусный такой, не могу. Блин, опять спарчи сползли. Вот, потом пойду мусор выброшу. И с Чарли прогульнусь тут по площадке. Еще у нас закончились лимоны. Вот. И апельсины для сока. У нас наверху там есть... Ну как наверху? Я говорю, как испанцы, знаете. У них, если ближе к морю, если идешь... В направлении к морю, это значит вниз ты идешь. Если идешь в направлении от моря, это значит вверх. Вверх. Я раньше, знаете, когда еду, например, в машине, и муж говорит, наверх, наверх. Я говорю, куда наверх? Здесь постоянно, здесь же нет ни верха, ни низа. Я говорю, какое, куда наверх-то? Оказывается, наверх это когда от моря, то это наверх. Вот, так и я говорю, вверх. То есть я пойду не к морю, а вверх. Вот, у нас там фруктовый магазин есть, и кокосовым молоком сделаю. Кстати, все время забываю, вот, кокосовое молоко в Алькам побрала. Альпро. Без сахара, без всего. И это именно вот кокос, а не жидкость вот эта из кокоса. Несу пластик на мусорку. А еще я совсем забыла с этим карантином. Знаете, у нас какая проблема? Еще. То есть эти маски и перчатки выбрасывают где хотят. Смотрите. Еще одна перчатка. Там еще одна. Какие-то поросята вообще. Хотя мусорки на каждом шагу. Что я говорила-то? А, с этим карантином я вообще забыла, какой день недели. Я сейчас такая собираюсь, говорю, блин, а вот фруктовый. Сегодня же, говорю, воскресенье. Муж такой, ну да. Я говорю, блин. Ну, марокканцы и индийцы, а там будет индиец работать, то где нам чуть-чуть подальше пройти. Может быть, открыт будет. Надо лимоны в чай добавлять. Хочу, там мусорка. Оказывается, я даже не знала, что для пластика. А то я вожу на машине. Вот. Туда вот далековато. Такая у нас погода. Зимняя, скажем так. 14 градусов всего. Холодно. Зима. Я не особо помню, где... А, вон он, магазин. Вон он. Видите, на улице у нас какая. Никого нет. Купила апельсины, лимоны. И что-то еще. А, и мандарины. Никого не было. Зашла жена, женщина. Но фрутерия такая большая прям. Мой Чарли, я над ним поражаюсь. Я его оставила на улице. Вот эту вот штуку рядом положила. И он вот как встал, так и стоял. Вот однажды зашла женщина. Фрутерия очень большая. Мы были, наверное, на расстоянии 5 метров. Вот. Вышла, обработала руки спиртом. И теперь иду домой. Так что я сегодня буду уверена, что я... Никого не заразила и меня не заразил. Вот, а потом, знаете, встретишься с кем-нибудь. Это все не шутки. Я вам рассказываю, как я действительно, я не паникую, ничего. Чарли дела делает, например. Что мне об этом не рассказывать? Сейчас буду подбирать. Смотрите, какие дебилы есть на улице. Мешок с одеждой, да? Здесь для пластика. А вот здесь для одежды. Какого хрена вы сюда-то выбросили? Вот собачка тоже играет в маске, перчатках. У нас прям зима-зима. На этой горе очень редко выпадает снег. А эти дни, смотрите, второй день подряд снег. Прикол. Сьерра-Невада, наверное, тоже наполнил снегом. Но, к сожалению, на ней на лыжах нельзя кататься. Блин, облом такой в этом году для всех. Во-первых, там у нас в Сьерра-Неваде горнолыжные курорты открылись поздно. Неснежный год был. Еще и закрылись в январе. Пипец. Это, знаете, год на выживание. Он высокосный, по-моему, да? Такого плохого года
в моей жизни не было. И да, будем надеяться, что-нибудь тащу. У меня прикол, у меня страховка закончилась на машину. Мы звоним ему, а он говорит, у нас карантин. Я говорю, какой карантин? Он по интернету может работать же по компьютеру. Я без страховки уже третий день, представляете? Пипец. Так что вот так вот. Муж говорит, типа все эти выплаты приостановили. Я говорю, да конечно, им полиции пофиг, по какой причине штрафовать. А уж если без страховки, то это вообще скажут, не волнует. Блинами пахнет. Блинами. Занималась. Дождь пошел. Блин. Фу. Сейчас пойду еще внизу тогда дома сумбу танцевать. Че, вам море показать? Соскучились? Я тоже. Сейчас покажу. Занималась на славу. Вы знаете, дома тоже можно заниматься, также потеть и все. Конечно, в группе интереснее. Пьем водичку. Сейчас будем с вами делать лимонный пирог. Такой вкусный. Поэтому я ходила в магазин за лимонами. Сейчас все приготовлю и вам расскажу, что для него нужно. Он вот такой классный. Что делаем? Масло взбиваем с сахаром. Я это делаю в роботе, но я же рецепт снимаю, и не у всех этот робот-то есть, правильно? Что у меня на голове? Поэтому я всегда трогаю волосы, быть красивой. Вот этот вот мне пробор в середине совершенно не нравится. Так красивее. Так. Но не у всех есть роботы, поэтому будем как всегда. У меня миксер вот такой старенький-престаренький есть. Буду взбивать миксером. Да, такой, в общем, сейчас увидите, да, крем получился масляный, во. Как-то вот так вот. Не крем, но вот, ну вот так вот. Когда получится. В общем, смешать масло с сахаром. Минуты 3 миксером. 1,5 стакана муки. Щепотка соли. И разрыхлитель. Теперь ванилин у меня жидкий. Я добавлю в тесто. Можно сюда уже и ванилин. В общем, здесь смешиваем все сухие продукты. Вот. Также сюда добавила цедру лимона. И у меня садится камера. Как вам? Блин. Я все-таки переехала в робот. Вы дальше можете миксером продолжать. Мне удобнее там смешивать. Добавляю. Ой, блин. Долбанулась об это. Об вытяжку. Добавляем йогурт. Прям вот так. Mm.
йогурт и лимонный сок. 2-3 столовые ложки. Начинаем перемешивать. И потом добавляем, как сейчас все перемешается, добавляем по одному яйцу. Видите, все смешалось. Теперь добавляем по одному яйцу. Скорлупки Тани. Потом у нее курочки съедят. Три яйца туда вбухиваем. И пускай все смешивается. Добавляем, когда все смешалось, добавляем муку в два подхода. Я оставлю программу вымешивания. Так, нам нужно, чтобы все смешалось. Сильно мешать там не надо. Вымешиваем, в общем. Вот такое тесто получилось. И форму выкладываем. Разогреваем духовку до 160 градусов и выпекаем почти час. 160 градусов, почти час. Но это еще не все, так что не уходите и подписывайтесь на канал, и ставьте лайк, если вам понравился этот бисквит. У меня уже слюни текут. Пирог почти готов, а тут у меня, ну, типа мясо по-французски, что ли, или фиг его знает. Мяса там мало, здесь больше овощей слоями. Кабачок, баклажан, сверху нам специй много разных, соль. И сверху сметанкой вот так немножко обмазала. И за 10 минут до готовности сыром посыплю. И вот такой у нас обед будет. У меня еще и салат есть крабовый. В общем, да, мне кажется, будет очень вкусно. Майонеза там нет. Там майонез же нужен. Ну, нужно кушать, как это, типа ПП-еда. Хо-хо-хо. Буду доставать бисквит. Вот такой бисквитик получился. Стоял он у меня ровно час. Вот, регулировала там это температуру, где-то 150 поставила, где-то 160, потому что вот видишь, что начинал подгорать, убрала немного температуры. В общем, да. Сейчас ему достаем. Сейчас его оставляем остывать. Такой, чтобы тепленький был. Тем временем он уже подстыл, такой теплый стал. В общем, делаем сироп. Здесь 2-3 столовые ложки сахара. И наливаем сюда лимонный сок, тоже 2-3 столовые ложки. Размешиваем и ставим в микроволновку, чтобы все это стало теплым, в общем, и сахар растворился. Переложила на мой чудный подносик, на который... И вот так делаем дырки зуботычкой. Или как там ее можно назвать, по-культурному. Как это называется по-культурному? Вот так делаем дырки. Так, сироп уже у меня растворился. Прямо вот так. Делаем дырки. Запах стоит, вы просто не представляете какой. Это очень вкусно. Я второй раз делаю, просто обалденный. И теперь вот так сиропом поливаем, пропитываем наш бисквит. Чтобы он пропитался лимонным соком. Это будет очень вкусно. И такой, знаете, кисло-сладкий вкус, просто нереальный. Так, пропитываем, пропитываем. На. Пока у меня там готовится моя вкусняшка. Уже кушать очень хочется. Теперь оставляем это остывать. Прям вот так, прям чтобы остыло. Но и это еще не все. Для этого нам понадобится тоже потом. Делаем глазурь. Глазурь мы делаем. Один стакан сахарной пудры. И 2-3 столовые ложки лимонного сока. Вот.
делаем глазурь и поливаем сверху. Я вам тоже все это покажу, но после того, как остынет бисквит. В общем, у нас карантин продлили на 15 дней. Там целый месяц дома. Пипец. 28 тысяч зараженных, 2 тысячи с лишним умерли. Ну и 2 тысячи с лишним выжили. Я в Инстаграме выставляю каждый день, что почем и как. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, если вам интересна эта тема. То есть у нас закончатся эти 12 дней, 15. И потом следующие мы опять будем сидеть дома. Вот так вот. Без работы. Трындец. Да, Чуча, а ты как хотел? Дом будем сидеть. А ты говоришь, ты в клетке. А мы не в клетке? В той же самой клетке мы тоже. Только у тебя вон сколько вкусняшек. И поешь ты. Ой, что у тебя там с... Нормально все. Вот так вот. Тучи такие классные. Я так люблю вот такие тучи. В общем, пойду уже мясо доставать. Мясо. Овощи, наверное, доставать из духовки. И будем кушать. Я еще салатик вчерашний буду есть. Сок нажала, в общем, привыкнем. Вот так все это получилось. В общем, сейчас покажу. Ну, не видно слои, но это должно быть вкусно. Я еще не пробовала, но всем приятного аппетита. Заключительный этап. Сделала глазурь. Я ее сделала не слишком жидкую, чтобы она не растекалась у меня. И сейчас просто вот так вот обмажу бисквит им. Вот так вот. Потом глазурь растечется и должно быть красиво. В общем, сейчас посмотрим. Все-таки глазурь сделала слишком густую, но ничего. На вкус это никак не повлияет, зато не растеклось все. Сейчас она высохнет, и можно уже кушать. Ну, где-то часик пускай постоит, и потом как раз с чаем мы попьем. Вот такой лимонный кексик у меня получился. Если вам понравился, пишите в комментариях, что вам понравилось. Но он действительно очень вкусный. Прям вот я всем-всем советую. Он просто обалденный, такой пропитанный, такой весь. Сахарную пудру я делаю в таком вот. Это для смузи. Мололка. А я там сахарную пудру делаю. А вот это все. Потом чай там сделаю. У меня все, как говорится, под контролем. А сейчас я, знаете, что буду делать? Сейчас порежу печенку на завтра и замочу ее в молоке, чтобы убрать всю горечь. Да что ты будешь делать? Порежу. И забацаю завтра с лучком. Вот такое будет вкуснятина. Так, порезала на кусочки, замочила. И завтра буду жарить печенку. Я добавляю, наверное, процентов 70 молока и 30% воды. Чтобы все это кровь вышла, в общем, горечь прошла. Не знаю, я так давно прочитала в интернете, и потом я сама обнаружила, что действительно так оно и есть. Кекс в разрезе. Такой вкус. Кисло-сладкий прям. А с другой стороны прям. В общем, пробуйте. Вот такая вкусняшка. Вышла на улицу с Чарли погулять. У нас время около 8. Сейчас, наверное, 8 часов хлопать будут. Ну, для... поддержки медиков. Да мы же не медиков, медиков, всяких, всех тех работников, которые, как бы сказать, нас обслуживают. У нас в городе, в город военный приехали, представляете? Очень все строго на улице. Шаг влево, шаг вправо. Штраф, можно так сказать. И это у нас город маленький, 60 тысяч населения. Представляете, что творится в больших городах? Вообще трындец. В общем, да, вот так вот с вирусом делай. Плохие. Я прям в пижаме иду. Ой, не могу. Здесь вообще народу никого, поэтому никакой вирус ко мне не прицепится. Но зато в перчатках.
Ой, мамочки. Я сегодня так назанималась на крыше, на сумбу наплясалась, что у меня все болит, представляете, наприседалась. Я сегодня же бисквит поела. Пару кусков все-таки урвала. Муж там еще, наверное, куска 3 съел. Такой вкусный вообще, прям сочный, мягкий, обалденный. Там осталась половина, наверное, от него. Урхенси, скорая помощь. Ну нет. И вот я давай наяривать на крыше. У меня все все болит. Дома можно тоже заниматься. Поэтому было бы желание. И погода хорошая. У нас на эту неделю передают дожди. Но вот к ночи мне уже стирку надо сделать. У нас дожди передают. Вот так вот. Вот такие вот у нас дела на сегодня. Еще 15-15. До 11 апреля нам, в общем, сидеть на карантине. Мы все прекрасно знали, что 2 неделями это не закончится. И нам говорят, что самая сложная неделя будет вот эта, которая наступит. Видите, люди идут, я так в другую сторону пойду. Поэтому посмотрим, что будет на следующей, на этой неделе. Ой, блин. Ну ладно, я не унываю, стараюсь не думать об этом. У меня в голове, знаете, какая мысль? Это все равно закончится. Рано или поздно это все равно закончится. Поэтому нужно просто переждать. Я уже говорила, что зачем страдать, зачем панику наводить, зачем что-то там волосы на себе рвать, если ты ничего не можешь сделать. Когда от тебя ничего не зависит, то нужно просто это принять так, как оно есть, и жить с этим. Все, другого выбора у нас просто нет. Я просто хочу к людям обратиться, там сказать, чтобы они сидели дома. Честное слово, сидите дома. Давайте пересидим. Если мы будем вот так ходить и заражать друг друга, мы так, блин, до Нового года будем сидеть на этом гребаном карантине. Честное слово. Даже вот вы знаете, я люблю как по полям ходить, я по ним уже не хожу, я сижу дома, и вы сидите дома. Где бы вы ни были, в России, у нас там зараженных нет, есть. И если вы будете ходить по улице, будет еще больше. Я не паникую, я просто вам говорю, какая у нас ситуация. И во всем мире, я вчера вот посмотрела, мне просто стало интересно, есть ли какой-нибудь участок земли, где его нету? На Арктиде, наверное, только. А так везде этот вирус. И чем больше мы так будем гулять, ходить и заражать друг друга, тем еще хуже будет всем. Конечно, и там, ой, 3% только смертности. Конечно, 3%. Вы будете дома помирать от того, что вас в больницу не возьмут, потому что мест нету и врачей нету. Может быть, он как и грипп, да, но от гриппа он не так заражается, мне кажется. Не мне кажется, так оно и есть. И причем, ой, умирают только старики. Нифига, вон по телевизору у нас сегодня 28 лет умерли, и 32 умерли. Умирают и молодые. Ладно, это я просто вам для информации. Ни паника, ни там, ни навести, ничего. Я жду 8 часов, когда будут все хлопать, чтобы похлопать. Смотрите, какой день большой. У нас еще светло, представляете? Все мусор выносят. Ой. А я без часов, я даже часы дома не надеваю. Я вообще не помнила, что сегодня воскресенье. Ой, блин. Потом, наверное, знаете, через неделю нам уже будет все пофиг. Мы будем сидеть дома. И выйдем, когда нам уже скажут, можно выходить? А мы, знаете, такие, как кроты. Вылезем по сторонам, осмотримся. В общем, да, иногда смешно. Иногда, ну, просто нужно относиться к этому вот. Как я говорю, принять это и все. И сидеть дома. Слышите? Начинают хлопать. Наверное, 8 уже. Чарли, бен аки, бен ты. Что, боится, что ли? Бен аки, бен, маму, бен, корри. Боится. На вам и чику. Кей, тебе на мену. Чего ты боишься? Не бойся, не бойся. На вам. Я так и релакаса. Им бараки. Слышите? И так каждый день 8 часов хлопают. Хлопают в кастрюле. У вас так есть?
хлопают. Говорят, это взято из от Италии. Уже традиция. Я не знаю, в Италии хлопают так или нет. Есть кто из Италии? Слышите? Из балконов хлопают. Наша улица прямо это. Смотрите, как все хлопают. Слышите? Прям с каждого подъезда, с каждого окна. Молодцы. Что-нибудь на ужин мне надо тут сварнякать. Наверное, сегодня будут яблоко. Арбуз каждый день что-то надоел. В общем, вот такие дела. Завтра будем с вами печенку готовить. Вернее, я буду готовить. А вы смотреть. Вот. А пока я буду с вами прощаться. До завтра. Уморилась моя рыба. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.